Добрый день, наши уважаемые друзья, подписчики. Рады выйти в эфир. Давно не виделись, давно не общались. У нас установилась прекраснейшая погода, тепло, хорошо. И мы, конечно, с удовольствием вышли гулять на улицу. Гоша погулял сегодня первый. Ребятки во вторую очередь пошли. А ну, Вить, проверяй багажник. Что там, Вить? Смотри, Витюнь, как открывается. Хлоп, оп, открывай. Во, учись, брать. Маруська тебе расскажет, покажет, как это правильно делается. Маруся наша вся в депиляции. Витя парикмахер, конкретно у нее он все повыщипывал. Все перышки. До такой степени ухаживает за Марь Сергеевной, помогает ей с Линькой, что Маруся уже раздетая вся. В общем, Витя раздел Марусю почти что всю. Витя спиногрыз. Аппетит у Вити хороший. Вот. Прекрасно мы уже с ним ладим. Идет он ко мне на руки, на плечи прыгает. Даже больше, чем Маруся. Марусе надо всегда бегать, где-то прыгать. А Витя как-то ко мне больше тянется. Ну, я уверен, что сейчас вот он привыкнет к обстановке, ко двору. И у него станет тоже много дел всяческих. И он будет бегать, прыгать, заниматься обезьяньими делами. Да, Вить? Вон как Маруся. Захотела, пошла туда. Захотела, пошла сюда. Красота же, правильно, Витька? Друзья, ну прям весна-весна у нас. Тепло так, хорошо, приятно находиться на улице. О, Витя заценил уже пятачок вот этот. Вынес я сегодня его обратно, поставил, раз уже теплая погода. Чтоб малыши наши могли на нем прыгать, отдыхать, веселиться. Ну, Витя вот первый раз на него запрыгнул, ознакомливается. Пусть привыкает. Маруська! Маруська пошла в машину проверять. Есть там и яблочки, бери. А им больше вот эта травка, друзья, нравится. Которая даже не в теплице растет пшеница, а вот эта именно уличная. Они ее тоже любят очень сильно. Да, Вить? Смотри, у меня есть молочко для Виктора. Давай, Вить, молочко попьем. Оно полезное, безлактозное. О, ой, да, дайте. Витя увидел и сразу ручки потянул. Ой, Витька, ты хочешь, да? Ой, на, не мой халюси, не мой слёденький. Пей. Ты так не сможешь пить, Вить. Или сможешь? Вон. Так больше нравится? Ну, пей так. Сейчас и Марусечке дадим тоже молочка попить. Вите надо молочком отпиться, подлечиться. Ой, моя Маруська ко мне прыгнула, сладость прибежала. Сейчас, Марусенька, и тебе дадим. Пусть наш Витька-каторжник молочка напьется. Да, держи, Витечка, держи. Молодец, как присосался. Ой, Марусеньке, как хочется тоже, да? Ну, Марусь, терпи. Терпи, моя зая. Вкусненько, Витюнь. О, пока правильно вафельку скушай. Курочка моя общипанная. Ох, и Витя парикмахер тебе устроил, да? На свой вкус сделал Марусю.
Общипал ее по полной программе. У тебя моя ты рыбочка. О, динделинка моя. Давай. И динделин, дилин, 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 дин, 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 дин. Бери сам пей. О, Витюха, надудоливает это молоко. Хватит. Давай Маруське дадим. Сам сможешь пить? Держи сам. Ой, ой, ой. Хороший мальчуган. Хорошенький такой, дядя. Ой, как жадно это молочко он пьет. Мой сладкий зайчик. Хороший. Такой хороший, послушный тоже парень. Чё? Ой, держи сам, Витя. Держи. А ну, Марусечки. О, Маруська знает, как молочко пить. Дудоля этот, ещё та. Аж причмокивает. Ой, 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 ой. Вкусненько-то как. А, забрала? Ну, бери. А мы с Витей тогда еще и киселя попьем. Да, Вить? Маруська, он по-своему, как обычно, все пьет. Пораздирала. Ничего, кушайте, папа все уберет потом. На, Витюнь. Ой, кисель, это кисель. Гошкин любимый, кстати. И Маруське нравится кисель. Сейчас и Марусе дадим. О, Витенька, бери сам, кушай, бери. А смотри, как Маруська умеет. Смотри, Вить. Вон, смотри, как Маруся его высасывает. Видишь? Ты учись. О, конкретно. Выдудулила сразу же. Понял, Вить? Малыш даже не умеет еще кушать с этих всех штучек. Ничего, научится. Маруська весь высосала. На. У меня есть еще один вид, ты не переживай. Сейчас еще тебе. Понял, как Маруся делает? Сейчас и тебе так же. На, заяц мой. Во, молодец, Витюня. Получается, получается у Витьки. Все, наелся? А, вот еще. А вот это не наелось. Дудоля моя. Все, хватит. На, Вить. Все, наелись, молодцы, детки. Потом еще подкушаете. Васька с ними завсегдатый друг тоже гуляет постоянно. Вот не видно его нигде, Васька, да, вот и когда обезьян нет. Только я выведу обезьянок, Вася тут же тут как тут появляется. Кто там? Собачки? Атрибуты папа вам вернул обратно. Ваш пятачок, все. Так что не переживайте. Гоша каждое утро на этот пятачок выходит, завтракает на нем, когда тепло. Ну и детки также помладше будут делать. У нас очень часто я устраиваю завтраки на улице им. Летом, весной, когда тепло, хорошо.
Хорошо, они ладят между собой. Умницы. У друг дружки учатся постоянно чему-то. То Витя заглядывает на Марусю, чем она занимается, что она делает, прям внимательно смотрит и повторяет так же. Витя, видимо, и травы не видел, ничего такого не видел. Уже и в теплицу не хотят бежать, потому что на улице прекрасно тепло, комфортно. Я стараюсь подальше от них находиться, чтобы не тревожить их малышей, чтобы они почувствовали эту свободу, почувствовали, что нет опеки над ними, понимаете? Вот. Единственное, вот этот поводочек, веревочка мешает Виктору в этих всех делах. Но по-другому пока никак. Сейчас отвяжу, Витя. О, что вам, интересно сюда, да, прийти? Они любят тут под навесом тоже играться. Тут такой затишок, тепло, хорошо, да, Витя? Заметил, как на улицу выходят, сразу начинают что-то там чухаться, подчухиваться на свежем воздухе. О, Марусенька. Залазь, прыгай, Витька, прыгай тоже, не бойся. Прыгай, прыгай, где Маруся, прыгай. Нет, Вить, собачек у нас нельзя обижать, собачек никто у нас не обижает. Собачки хорошие, с собачками дружить надо. Прыгай к Марусеньке, прыгай. Прыгай, Витюш. Умный пацан, прыгай к Марусе. У Маруськи вся бочина лысая. Ах, тебе Витя помог. Скажи, ведь весна, пора шубу снимать, да? Ну ничего, все отрастет, все будет нормально. О, Маруська любительница, по деревьям полазить. Давай аккуратно, это черешня, очень вкусная, очень хорошая. Ломать ничего нельзя. Да. Сидеть можно, ломать нельзя. А Витя сначала стесняется пока что. Не надо, Марусенька, не надо почечку объедать, не надо, заяц. Нельзя почки трогать, зачем ты? Там целый пучок черешни был бы. Потом сама придешь, будешь кушать же это. Кстати, пора уже папке брызгать, деревья опрыскать к весне, пока еще почка, лист не вылез. Надо обязательно сделать. Вась, иди к Маруське залазь. О, и Витька залез. Стихию вспомнили свою, да? Вспомнили стихию. Лопотята, ребята. Вообще-то вы по деревьям должны лазить, мои хорошие. Да. Портить нельзя, только можно посидеть на дереве. Портить дерево нельзя. Марусь, не трожь. Ой, друзья мои, познают. Маруся показала, как надо. И Витя посидел, посидел, подумал и тоже залез. Маруська все рассказывает. Все места показывает Витюньке. Побежали к Маруське скорей. Смотри, куда она.
Прыгай к Маруське, прыгай. Витя так осторожно сначала подумает, куда пойти. На Маруську раз 100 посмотрит, а потом все равно делает. Васяне тоже пятачок не меньше обезьянок нравится. Он на нем загорает тут вместе с ними. Всегда где-то рядом, да, Маруська? Опа! Динделин, делин-делин, давай станцуем. И! Динделин, делин, 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 дин, дин, дин. Красавица моя! На сцене выступает заслуженная артистка Ютуба Марь Сергеевна. Динделин, делин, 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 дин, дин, дин. Ваську зачем прогнал, Витька? Давай. И Витя так умеет. Ты что думаешь, Марусь, Витя не умеет, что ли? Умеет. Просто стесняется. Ну и где ты этот гвоздик нашла? Оп, проверить, что за забором, да? Не надо сильно туда лазить. Да, Маруся знает, что туда за забор нельзя. Здесь наша территория, а то чужая. Да, Маруська? Да, давай слазь, давай. Высоко туда далеко не надо. Я понимаю, что очень интересно, но то не наша, заяц. Не наша, да. Ты знаешь, где наша, где можно лазить. Вить, и ты залазь. Чего ты боишься? О, и Витенька тоже залез посмотреть. Такие умные, додельные. К папе пойдешь? Прыгай к папе. Прыгай. Оп! Видите, друзья, выставляю руки, и Витя уже ко мне идет смело. Так руку протянул, и Витя с удовольствием побежал ко мне. Говорю, иди ко мне, и он идет. Ну, пойдем с папкой прогуляешься, посмотришь. Маруся впереди дефилирует наша. Ой, мои ребятки, будем гулять постоянно теперь, каждый день. Привыкните, будете довольны и счастливы и выбегать. Маруся знает, а вот Витя еще так, знаете, он не поймет, не поверит. Неужели так можно, неужели так это может быть? И он не верит в это. И сидит, сомневается, можно, нельзя. Друзья, на этой нотке будем заканчивать свое видео. Всего вам доброго, хорошего. Люблю, обнимаю вас. До новых замечательных встреч. Пока-пока.